Чё, пацаны, всем привет! Лёха делает на разочек. Давай, Лёха, разочек. Смотрите, какие красивые разочки у Лёхи. Я сейчас сделаю на два разочка. У меня разочки тоже красивые, хорошие. Коротенькие, красивые, взрывные. Все как мы моем. Чё, ты здоровайся. Привет, ребята и девчата. Смотрите, какой. Ну, блядь, ну я не знаю, я просто под впечатлением. Чё ты? Доволен проделанной работой? Да, я уже доволен. Все, непонятно, что будет дальше, но куда еще лучше, я не понимаю уже, реально, уже все. Ну так если могу, почему не делать? Вот ты можешь приседать 700 на 15? Ну все, приседай. Да, я сегодня, ну как бы, проделал хорошую разминку, присел 200 кг на 15 раз, сделал 3 приседания суммарно, присел с грифом на 100, так что можно сказать, что я отлично размят и... Скорее всего, будет минус 5 повторений, то, что могло бы быть. Но, как бы, ну, все равно надо показывать, потому что Леха завтра едет уже снова на Западную. Ужгород, алё. Пусть будет. Кто из Ужгорода? Не пишите. И увидите его. Обязательно респектуйте. Все такое. Что ты скажешь, ну, как у тебя дисциплина на фоне того, что ты был? Из моего воздействия. Да, все четко. Кроме того, что я, Дима знает, потому что у меня там была ситуация с зубами. Я... турник погрыз зубами, а так... А мы об этом рассказывали в тебе? Нет, нет. Я потом скину ему фотки, зубы счесал передние два верхних. Ну, блядь, это заразная хуйня от меня, видимо, пошла, потому что у меня тоже на прошлом летом были проблемы с зубами. Вот, ну ты впечатался в переходе, да? Да, я, короче, да. Вот что значит действительно взрывной. Я ее откусил. А так, в принципе, только последние две недели, Диме без видео говорил, что последние две недели можно было бы пожестче, может, даже было бы на килограмм меньше, но... Дима не стал ругать, говорит, ничего страшного, не переживай, все равно у тебя ничего не получится. Так, ну, я очень рад, что я, по сути, за проект нихуя не скинул. Вообще, у меня сушка удалась, я прекрасно набрал, блядь, в ногах, все, что только можно. Обычно турникмены, наоборот, стараются, многие не этот, но мы как бы не ищем легких путей. Вот, ну, а Леха меня прекрасно подстраховал, смотрите на Леху, на меня можете особо не смотреть. Я сегодня его валю, не знаю, было бы неплохо, 22, было бы неплохо, но там посмотрим, сколько получится. Потому что, ну, как бы я сейчас вешу 130, как и весил, просто, по-моему, стал лучше в качестве. Пишите свое мнение в комментах, то есть, ну... В объемах? Ну, в качестве объема, да, ноги приросли хорошо, икры приросли. Чуть, по-моему, прибавил в плечах, в руках. Вот, я заметил интересную деталь, что у меня сильно в подтягиваниях лимитирует плечо лучевая, сильно в подтягиваниях лимитирует плечевая бицепс, поэтому я в последнее время их хорошо качал, потому что обнаружил, что они меня действительно плохо развиты. То есть я там делаю с рифа, например, 10 по 10, и мне это забивает. Прям жутко, поэтому я сейчас немножко переключился на это, плюс делаю, конечно, много упражнений на хват, потому что я понимаю, что руки и хват, это процентов 70 подтягивания, как пить дать. Ну, а Леха, шо? Лехний план, мы регулярно постим нашу телегу, что ты можешь там заметить? Много кардио, много гребли. Много кардио, много гребли, много подтягиваний, много проебов из-за погодных условий на горах, горах, поэтому все хорошо. Так, ну давай, ебани мне, блядь, красиво, участвуй. Давай его. Чётенько. Интересно, сколько сделать, да, пацаны? Лето прошло не зря. Давай. Красивенько. Один. Хорошо. Не так высоко. Не надо высоко. Два. Вот это хороший. Да, отлично. Взрыв. Три. Хорошо. Четыре. Да, отлично. Пять. Шесть. Пока отлично. 7. 8 будет, парни. 8 будет. 8. 9. Ну еще Катя. Давай еще один. Пусть он будет спорный, но будет десятка, красивое число. Давай! А что ты постоянно начинаешь ржать? Самый ответственный момент. Я не серьезный человек. Значит, 9. Десятый не выдержала психика. Вообще давление просто... со стороны тренера. Да, да, да. Что бы сказать? Не, ну охуенно, охуенно, парни, просто в пересчете на месяца получается чистый прогресс 3 повторения в месяц, да? Наверное. Сейчас середина сентября. Да, 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 да. Да. Ну, у меня, конечно, будет поскромнее, я думаю. Вот. Ра! Значит, так. Ага. Главное выжать полностью потенциал хвата. Один. Два. Три. Четыре.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ой, блядь. Ноль. Прибавка. Фух, слава богу. Отличная прибавка. Я думал, будет 22, я подпил уже. Я очень рад, что у него ничего не получилось. Ну что, вес 130, вес 120. Делайте выводы. Я охуенно провел лето, я много плавал, я много приседал, но я подтягивался. Но, прямо скажем, большие ноги тянут меня теперь вниз. Ничего, ничего, пацаны. 50 подтягиваний будет. Когда-нибудь. 100%. Да. Ну что, можете меня поругать, заслуженно, в принципе. Можете похвалить, не знаю. Но летом мы с Лехой, по крайней мере, он точно провели продуктивно. Незабываемо. Что ты скажешь? Интересно, меня все спрашивают, даже те, кто из моих знакомых, или даже не из знакомых, из новых знакомых, что поменялось при уменьшении веса. Как минимум, радует функционалка. Ну, для меня просто небо и земля гребля, которая была в начале и сейчас. Потому что я сейчас делаю, я ему пишу, меня даже иногда ругают, потому что я делаю больше, чем надо по гребле. Потому что мне скучно, я говорю, сделаю еще 15 минут. И он потом говорит, раз тебе скучно, на следующей неделе будет весело. Ну, мне было весело. А так, по подтягиваниям, блин, ну, прикольно. Буду рассказывать внукам, что я 10 раз подтягивался в молодости. Не, ну слушай, ну ты же продолжаешь. Мы продолжаем. Не знаю, все-таки темпы сохранятся, то это будет... Будет 50. В начале зимы. Уже там 19-20. Уже мы с тобой будем рубиться, слышишь? Скажут, ебать, как резко все поменялось, короче. Да. Вот. Ну, хорошо. Делайте свои критические замечания. Пишите пожелания. Пишите о том, как провели лето вы. Вот. Мы любим и ценим любую вашу реакцию. Вот. Поэтому главное, не оставайтесь равнодушными. Ну, конечно, все у всех будет хорошо. Будет еще лучше. А тех, у кого было плохо, будет только хуже. Значит, мы хотим Леху сейчас еще сильнее согнать. Потом мы хотим Леху подкачать. И, конечно же, мы стремимся, не знаю, 20 раз подтянемся точно. Потому что, в принципе, все для этого есть. Пальцы длинные, хват хороший. Вот. Ну, а уже потом, не знаю, в зависимости от пожеланий, если он не соскочит. Ну, пляжник, нет? Пляжник? Бодибилдинг. Ну, блядь, ты себя видел? Какой ты пляжник? Ты у тебя скелет вот такой. Я найду другого тренера. Пляжник, ребят. Пляжник на турнике 3. Да. Все, всем пока. Лайк, лайк, комментарий. Создавайте активность. Мы этого ждем. Lightweight, baby. Норм. Я 21-20 уже был по воздуху. Я уже чувствую. Не, ну я думал, что ты 21-й, как всегда, вылетишь, выпрыгнешь, вылетишь. Ага. Ну, уже грязный был, мне кажется, там уже ноги заявляли о себе громко. Ну, мне шарача еще только, и все. Я же не знаю. У тебя просто она есть, у меня ее нет. В принципе, да, не, у тебя она тоже уже есть. Ну понятно. Не, ну, я хороший. Похвату, все четко, но вот по широчайшему я на 7-м уже на забитой спине делал. Не знаю, что. Знаешь, Сереж, это ретроградный Меркурий. О, ничего себе. Ретроградный Меркурий. Все, ты не сказал, что мы отменяем все. А что я буду им брать? Нет, это секрет, мне ничего не Я скажу об этом в телеге. А ютуберы просто скажут, что Леха резко сломал 10 кг за 3 недели. Скажем, супер методика сушки, супер препарат. Что-нибудь, витамин А, Е-вид. О. Покупайте, всего лишь $100 упаковка. Йоу. Да. Польский. Нет, это балканский, балканский. Все. Да. Норм. Этот день подошел к концу.